Всем привет, меня зовут Макс Риск. Вот новости поступили. Может, давайте перезапишем. Хорошо, давайте на счет 3. 3, 2, 1. Всем привет, меня зовут Макс Риск. А да, и это не кликбейт. Как видите, у каждого автора, создателя контента, должен быть креаторс. У меня его уже нету. Ой, ну ты чувствуешь, что реально лагучая. Ой, лучший ролик стал очень сильный. Прием там все, все. Установлена загрузка. Замечается то, что чувак ушел один код. Угу. Дальше появился новый человек, и у него креатор. Возможно, у него друг. И как видите, вот иконочка запрещена, как на дороге такой знак. Да, даже мы хлопали, как я вижу. Вот каждый человек уходит. Я не ушел. Потому что мне все тут сохранено. Вот справа, все тут видно. Скажите, за чего это? Наверное, потому что Кэдж Вейпс не снимал. Да, давайте попробуем одну серию заснять все же. С 80-летием новой серии. Он будет вообще классно. Третьим роликом. Вот этому 17, всем по 17, и новый ролик этот будет 18-летие. Да, немножко грустный ролик. Даже тут, блин, лайк стоит. Вот прикольная аватарочка. Ты мне вот такая мне нравилась. Подождите, он тут хоть есть этот ролик? Вон он. Может, из-за того, что я начал загружать старые ролики. Но они тут по 15 минут ролик, по 20 минут ролик. Тут еле-еле 30-40 минут ролик. Прям постарался. Один добавим смайлик, грустненький такой вот. Что с этим вот каналом? Но он теперь неофициальный Edge Vapes. Ну хай будет. Если кину страйк, то конечно мы все изменяем, все. Неофициальный. Название канала. Как он такое? Добрый Макс Риск. Вот интересно. Или вообще. Как там? Лейбл. Группа. Группа Макс Риск. Или же группа Добром. Своя группа. Отлично, кстати, идея. Давайте узнаем самый старый ролик. Вот, на канале Edge Vapes 10 месяцев. Через 2 месяца, 2, 1 год и меня выгнали. Давай, грустный смайлик. Тут что-то новое подобавляли. Да, вступать в нашу группу. О канале можете найти. Можете пересмотреть старые ролики. Думаю, они будут годными. Вот, заходим на чьи-то каналы. И тут специально для вас только ссылка. Пожалуйста, пользуйтесь. Так. Это часто использованные. Неужели в этой Discord канале добавили новые смайлики? Офигенно. Так, давайте вот это сейчас возьмем. Перекрутим, найдем. Да, еще раз не кликбейт. Махай вот этот. Давайте посмотрим, а другие остались новые, как мы видим. Давайте еще потом посмотрим. Так.
Ну, этот вроде модератор. Окей. Так, аккаунт открывается. Вот так это ушел на автомате, как-то ее выгнали тоже. Резко тут как-то не оставили, потому что только роликов, но убрали, потому что снимаешь. Или ты нам не нужен? Вот, и вон новый пока что. Возможно, его тоже выгонят. Можно еще и будут продолжаться. Нужно это все остановить. Вот он. За администратором. Или вообще глава администратора. По-любому зам. Так, тоже за. Вот столько роликов, смотрите. Да, вот этот человек уже ушел. Не, ну, в принципе, можно посмотреть. Но. Думаю, не так важно. Но что я тут вижу? Кто-то остался. Возможно, из-за того, что я тут много сижу. 24 на 7. Но это ошибочка. 12 часов каждый день. И поэтому считают, что мне нужно. Но кого-то оставили, потому что он популярный. Им нужны просто деньги, да? Им просто нужны деньги. Ответ данный на данный вопрос. Даже кнопку убрали, потому что слишком много роликов. Ладно, можно снимать так редко, очень редко. И что ты хочешь снимать? Вот это будет, наверное, классно. Что ты хочешь снимай и редко снимай. Вообще, сколько у нас было роликов, слушайте, бум 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 бум. Ха-ха. Да, этот чувак тоже ушел. Да. Или его выгнали. А этот остался. За количество не убирает. Слишком много роликов. Слишком неактивный. А если я слишком неактивен, то почему вы его не убрали? Тоже вопрос. Значит, я слишком активно снимаю много роликов. Много роликов. Лишних. То есть мне не нужно это снимать, тогда мне разрешить. Ведь я не официально, потому что снимаю другие ролики. Вот почему. Вот причина ухода. Выгнали меня из этого. Ну, оставили, потому что я играю, да. Как сохранили, потом выгонят. Я чувствую. Так, это, наверное, тоже ушел. Может, реально нужно выйти, потому что, наверное, скучно вообще. О, началось. Дын-дын-дын-дын. Так, ты тоже ушел. Некоторые остались. Мы снимаем что-то другое, не нравится. Кстати, вот этот чувак, он снимает. Он наш чувак. Другой будет чувак. Со спам. Не заблокировали, я понял. Я вам покажу, чем дело так. Вот, его оставили, да? Но он снимает другие игры. Почему его тогда не убрали? Давайте покажу на его канал. Для точного доказательства того, что эта игра оказалась злой. Я думал, что где-то можно быть друзьями, но оказывается нет. Все считают вас врагами. Напиши комментарий. Как ты думаешь по этому поводу? Заходим, заходим, заходим на канал. Тун-тун-тун-тун. О канале видео смотрим. Кинул видео. Если последний Edgewaves, то понятно, почему его не убрали. Что он Edgewaves, но я вижу, что нет. Он снимает другие. Вы видите сами. 3 дня назад новый ролик. Everyday. Хэштег. За качество мне просто. Вот так вот. Кикнули. За полного ухода, так он тоже ушел. За количество. Все, я уже не буду много снимать. Все. Я, наверное, буду что-то другое снимать. Например, заходим во вкладку канала.
приходи, другой честный канал. Мое мнение, наверное, хай будет он. Почему бы нет? Там все наши союзники. Всемирные, отвечаю. О, да, прикольно выглядит. Вон, Бакуган. Так, слушайте, ну, сейчас посмотрю. Так, что мне снимать? Давайте Бакуганся. Нет, Роблокс хотят, кстати. Ну, Бакуган и Роблокс на этом канале. А, еще зубы тоже, в принципе. Ну, что ж еще заходит? Хотят, значит. 2 месяца назад. Ролик вообще не снимаешь. Еще постоянно ЗНО остается география, тоже запустим. Покажем. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, с вами был Макс Риск. В описании все есть. Всем удачи и пока.